Стартовал второй тур российской премьер-лиги. Фаворит потерял очки. Кто же теперь лидер в таблице? Крылья Светов Динамо 3-3. У Захаряна гол плюс пас. Это самый результативный матч тура. Урал Нижний Новгород 0-0. Урал провел второй тур к ряду дома и набрал 4 очка из 6. В следующий раз выезд в Оренбург. Ростов Зенит 1-1. Кассиера забил третий гол в новом сезоне РПЛ. Камличенко в пятый раз в карьере огорчил питерцев. После финального свистка из-за споров с главным арбитром был удален тренер Симак. Зенит играл без лидера Малкома. Россиянин переехал в Саудовскую Аравию. У Ростова тоже есть интересные новости. ФИФА сняла с клуба запрет на регистрацию новых игроков. Рубин Оренбург 1-1. В этой игре состоялось важное событие. Впервые на Казань-арене применили карту болельщика. В прошлом сезоне Рубин не имел такой возможности, поскольку выступал в низшем дивизионе. Факел Локомотив 1-4. Дубль оформил Текнезян. Это привело ко второму поражению Факела в турнире подряд. Ахмат ЦСКА 2-3. На 12-й минуте удален левый защитник Ахмата Быстров. В конце тайма арбитр Безбородов уравнял составы. 5 голов, заметьте, были забиты с пенальти. У Канате дубль, у Чалова хит-трик. Краснодар Сочи 1-0. Единственный гол на счету бразильца Кайо Панталеана. Буквально 2 недели назад в очной товарищеской игре команды сыграли в ничью 2-2. Итак, забит 21 гол, в среднем 3 мяча за игру. Расписание: 31 июля Спартак Балтика, 4 августа Краснодар Нижний Новгород, 5 августа Крылья Светов Ростов, Оренбург Урал, Рубин Спартак, ЦСКА Локомотив, 6 августа Балтика Факел Зенит Динамо Сочи, Ахмат Бомбардиры, Кассиера Зенит, Текнезян Локомотив, Чалов ЦСКА забили по 3 мяча. Лукас Вера Оренбург, Глушенков Локомотив отдали по 2 передачи. Аргентинец намерен получить российское гражданство и выступать за сборную России. Таблица. Краснодар – единственный клуб, набравший максимум очков после двух туров – 6. Локомотив, Зенит, Крылья Советов, Ростов, Урал имеют 4 очка. Сочи, Спартак, ЦСКА – 3 очка. Рубин – 2. Оренбург, Динамо – 1 очко. Ахмат, Балтика, Факел – 0. Ставьте лайк, подписывайтесь, услышимся на спортивном.